Группа компаний КАМ занимается производством изделий из натурального камня любой сложности. Мрамор, гранит, известняк здесь обрабатывают, режут и шлифуют с применением самых современных технологий. Наше производство оснащено различным оборудованием, таким как мостовые фрезерные станки, гидроабразивная резка, станки для полировки плоскости, художественная резьба, ну и другие сопутствующие инструменты. Работа на современном оборудовании требует от специалистов навыков программирования, умения работать с чертежами и знания режимов резания. Обучение операторов станков ЧПУ происходит на самом производстве. Что и дефицит работников, способных работать на таком сложном оборудовании. Сегодня обучение именно на камнеобрабатывающих станках не существует, по крайней мере, я не знаю таких учебных заведений, поэтому подготовкой мы занимаемся сами, находим наиболее подготовленных рабочих, проводим обучение на рабочем месте. Обучение проводят более опытные товарищи, со временем они становятся полноценными рабочими. Сотрудники группы компании КАМ не только учатся сами, постоянно повышая свою квалификацию, но и с удовольствием делятся знаниями с подрастающим поколением. Команда начинающих программистов-робототехников приехала на предприятие из Раменского. После выступления на областном конкурсе профессионального мастерства WorldSkills ребята столкнулись с нехваткой знаний при работе со станками плазменной и гидроабразивной резки. Стали искать у себя в районе, потому что далеко все-таки ехать не хотелось, по предприятиям, у кого есть управляемые станки подобного профиля. Вот. К сожалению, в богатом Раменском районе такого не нашлось, либо мы плохо искали. Но судьба свела нас с Дмитрием Владимировичем, руководителем завода КАМ, у которого такие станки есть. Инженеры группы компании КАМ рассказали и показали школьникам азы эксплуатации станков ЧПУ, принципы работы сервопривода и режимы обработки камня. Андрей Горенчук занимается программированием уже 2,5 года. За это время он участвовал во многих соревнованиях и олимпиадах по робототехнике областного и всероссийского уровня. На КАМ приехал, чтобы научиться управлять станками. Здесь я хочу научиться программировать настоящих промышленных роботов, которые, программирование которых даст мне нормальные знания в этой области. Потому что программирование роботов обычных роборук, оно такое более-менее детское. То есть нормальная информация оно не дает. Такая летняя производственная практика позволит ребятам повысить свой профессиональный уровень, приобрести уникальные практические навыки работы на промышленных роботизированных станках и успешно выступать на будущих олимпиадах и соревнованиях. Денис Цветков, Евгений Стародубов, новости Искра Вект.